24 августа 2023 года, город Дмитров, Подмосковье. А продолжаются работы на центральной площади Дмитрова. Это торговая площадь. А, друзья мои, обратите внимание на вот этот кран, который сейчас загружает что-то в себя, который кран находится около памятника Юрию Долгорукому. На самом деле, сейчас я вам расскажу, что это происходит. А происходит следующее. Этот кран, крановщик в тельняшке в грязной, значит, еще какой-то рабочий там, который спрятал за памятник, они загружают дорогой черный мрамор, который был в основании памятника Юрия Долгорукому, и увозят. А сейчас буду возить вот на этом кране в неизвестном направлении. Будут они все это увозить. Вот видите, они сейчас все это поднимают и увозят. Но куда увозят, никто не знает. А не исключено, что этот камень уже списан и будет увезен в частные владения. То есть этого исключать нельзя, друзья. Так, а здесь что-то у нас происходит с яблонями. Неужели выкорчевывают яблони? Потому что там кусты какие-то хорошие. Вот видите, едут, уже их выкорчевали. А, то есть мы, наш город, нашу торговую площадь, ребята, не узнаем вообще. Даже яблони начали сохнуть, а все боятся уже такого отношения, что дальше будет, никто не знает. Итак, друзья, это пока завершение вот этого репортажа.